Кстати, сегодня в Республиканскую детскую больницу госпитализировали детей из инфекционной. В подвале инфекционного корпуса городской детской больницы номер 2 произошло замыкание в электрощитовой. Из-за этого возникло задымление. Министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил о случившемся главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. В считанные минуты эвакуировали 126 детей и 97 родителей. Для продолжения лечения их направили в городскую детскую больницу номер 3, Республиканскую детскую клиническую больницу и Новочебоксарскую городскую больницу. Как сообщает пресс-служба Минздрава, пострадавших нет. В ведомстве работает горячая линия. Позвонить и узнать всю информацию можно по телефону 26 15 15.